Изящный деревянный дом, похожий на сказочный терем. Так теперь выглядит после реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино». Он был образован в 60-е годы 20 века. В досуговом центре, ранее он назывался просто «Клуб», проходили различные мероприятия для детей и взрослых. Евдокии Паниной 93 года. Всю свою жизнь она прожила в деревне Картино. Евдокия Тимофеевна помнит еще одноэтажное здание клуба, где свое свободное время проводили местные жители. Здесь и кино, и постановки сделали. А где? Вот здесь, на этом месте был? На этом месте, который сгорел, да. У нас был кирпичный. А вы туда ходили? Я там уборщица работала и ходила. К сожалению, в 2012 году здание клуба сгорело. Но в последующем была проведена реконструкция остатков здания. И на месте бывшего клуба вырос новый центр досуга. В ноябре 2014 года он вновь открылся, и свою работу возобновили кружки и студии. Центр необходим, потому что здесь достаточно большое количество жилых дворов, примерно 125, и жителей около 200, может быть, даже чуть побольше. Поэтому, конечно, необходим. Здесь очень много детей. И плюс мероприятия, которые проходят здесь регулярно, тематические, праздничные какие-то, ну, например, масленицы, там, яблочный спас, на них приходит почти вся деревня. 19 сентября состоялось торжественное мероприятие по случаю официального открытия центра досуга «Картино» после реконструкции. Я считаю, что это одно из лучших клубных формирований, которые вообще есть сейчас в Ленинском районе. Думаю, что мало какое поселение может похвастаться именно в населенном пункте, в деревне, вот иметь такое прекрасное досуговое учреждение, как наш центр досуга «Картино». Режем? Режем. Так, кто быстрее, мальчики или девочки? Да! Помимо двух кружков в одной театральной студии создается еще и музыкальный коллектив. В центре дети не только получают знания и умения на высоком уровне, но и расширяют круг своих увлечений и интересов. Я занимаюсь рукоделием. Мы там всегда лепим, рисуем разные аппликации. Мы даже иногда из бумаги делаем огромнейших лебедей. Мне надо развивать свою моторику, а рукоделие, как все знают, развивает моторику рук и головы. И это очень хорошо. На радость детям и взрослым после благоустройства территории возле здания центра оборудована спортивная и детская площадка. Юные жители деревни с удовольствием начали осваивать объекты спортивно-игрового комплекса. Развлекательную праздничную программу продолжили показательные выступления мастеров воркаута и турнир по мини-футболу. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.